Меня зовут Джулия Ачипинти, и я художник-декоратор «Мира Дикого Запада». Визуализировать то, что написано в сценарии, непростая задача. Все начинается со сбора информации, потом ты ищешь всякие клевые штуки, которые можно использовать в декорациях. Сделать придуманный мир таким же реальным, как наш, чтобы люди не могли понять, где начинаются декорации и где заканчиваются. Многие говорят: «О, да вы просто нашли это место, все так и было». Но знаете, все это сделали мы, на 100%. Мы построили целый мир. Камера, свет, начинаем. Все по местам. Дубль 2. Мотор. Твой вкус отражается во всем. По декорациям видно, что тебе нравится. В пилоте мы задали правила мира Дикого Запада. В какой бы момент ты ни открыл глаза, на всем, что ты увидишь, должен лежать отпечаток мира Дикого Запада. Вот наша цель. А в этом году я собираю кучу всяких странных штук, ведь пока не существует магазина «Все для роботов», чтобы купить это. И мы ходим по всяким безумным местам, по кладбищам самолетов. Что за странная фигня? Выглядит круто. А потом она становится какой-нибудь машиной, которая делает роботов. И у меня есть крутые ребята, которые придумывают гидравлические подъемники. Механические. Да, для этого даже название не придумано. О, это машина, делающая андроидов. Ага, точно. Это пример того, о чем мы каждый день разговариваем за ужином. Никто не притворяется, что это нормальный сериал. Нет. Женщине в этой профессии приходится быть круче яиц. Я знаю всю кухню, не боюсь испачкать руки. Вообще ничего не боюсь. Но нельзя быть готовым к миру Дикого Запада. Серьезно, нельзя научиться или сходить на подготовительные курсы. Просто ты либо потонешь, либо выплывешь. «Мир Дикого Запада». Второй сезон. Только в онлайн-сервисе «Амедиатека» и на телеканале «Амедиа Премиум».